Ну, если брать в общем, да, вот без нервов, то, в принципе, я считаю, что игра получилась. С учетом погодных условий, там, тяжелого вязкого поля, все-таки ребята пытались играть в футбол, и много у них получалось. Я так думаю, что и болельщикам понравилась содержательная такая была игра. Были хорошие подходы. Ну, хорошо, что выиграли. Пожалуйста, вопросы. Ланчик, победный состав не меняет, но вы после игры в Армавире выставили тот же состав. Не было никому вопросов или в чем причина? Ну, вопросы всегда, когда проигрываешь, конечно, они есть. Но, в общем-то, если брать в целом игру, то мы владели преимуществом, владели инициативой, создавали моменты и не забивали их. Поэтому посчитали, что менять не будем ничего. Сейчас эти две игры сыграли, можно сказать, одним и тем же составом. Уже в следующем матче возможно какие-то изменения составили, там по состоянию будете смотреть? Ну, конечно, все смотрится по состоянию, как игроки себя будут чувствовать, кто восстановился, кто лучше готов. Но, наверное, в общем, если брать, то на следующую игру состав будет примерно такой же. И можете какой-то экспресс-оценку состояния Евсеева? Там сегодня он получил очень прилично по ногам. Сейчас он нормально себя чувствует или там какие-то проблемы есть большая? Знаете, после игры всегда у всех, кого что-то болит, трудно что-то там определить. Посмотрим день-два, как. Ну, там ушибы. А ушибы у футболистов – это нормальные рабочие моменты. Думаю, даже если что-то будет побаливать, парень, он боевой, с характером, я думаю, что он сможет играть. Сегодня Коробов провел почти весь матч. Оцените его игру, если можно. Сегодня лучше. Сыграл намного лучше, чем с Армавиром. Просто я знаю возможности этого парня. И скажем так, что он может играть лучше. Может играть лучше и будет играть лучше. Я, наверное, все-таки, что бы мы ни говорили, а какое-то время на адаптацию, притирку к составу, команде все-таки нужно дать. Но он с каждой игрой лучше и лучше. Спасибо. Значит, тогда еще про остальных новичков, я имею в виду Дашаева, Саутина, Григорьева. Насколько вот они усилили? Ну, они значительно усилили. Значительно усилили игру. Ну, допустим, Дашаев-то вообще как будто всю жизнь у нас играл. Играет очень надежно, и с его приходом в обороне мы стали играть намного надежнее. А это следовательно, что и в атаке у нас стало больше получаться, потому что, раньше мы боялись ошибиться. Ошибаешься в центре поля, уже практически либо гол, либо опасная атака. Сейчас ребята, защитники именно, за счет своего мастерства справляются, подчищают за группой атаки, и ребята более смело атакуют. Ну, а что касается Саутина, Григорьева? То есть это все те люди, которые реально могут усилить, да, команду? Ну, я думаю, что, наверное, Григорьев и Саутин уже усилили, но, опять же, что в первой игре, что сейчас не так много работы у Саутина. А, например, Григорьев, ему надо забить. Так-то он молодец, и цепляется, и двигается. Очень важен для нас игрок, и ему надо забить. Еще вопрос есть. По Мазарову хотел узнать. Парень очень активный и постоянно на острие, но не хватало то последнего паса, то вот удара, естественно. То есть двойное впечатление у вас, как о его игре сегодняшней. То есть однозначно он был ярким пятном на поле в команде, но... Мазуров на самом деле талантливый парень. Талантливый. И то, что вы видите игры, да, и вот вы видите, что там где-то он не отдал пас, там где-то он не пробил. На тренировках он все это делает. На тренировках все он это делает, и мы очень на него рассчитываем. Может, какой-то психологический, парень молодой, попал в такую ситуацию, что греха таить там. Опытные-то не всегда справляются со своими нервами, а с молодого что спрашивать? Хотя спрашиваю, потому что, коль ты вышел на поле, ты несешь ответственность. Но парень, он талантливый. Я на него рассчитываю, что должен он превратиться в игрока более высокого уровня. А вот по поводу спроса. Однозначно Яковлев один из самых-самых и опытных, и мастеровитых игроков. Нет ли претензий к его самоотдаче? Мне кажется, вальяжность какая-то присутствует в игре. Ну, это манера его игры. На самом деле, если за ним последить, то именно в плане, он и, в принципе, и двигался сегодня достаточно.
и останавливается. Вот это вот маленькое есть, вот с ним работаем на это, ну, над этим вопросом, чтобы не останавливался. Но когда мяч у него, всегда такие интересные варианты, да, и поэтому он такой, скажем, один из немногих у нас футболистов, который может что-то такое этакое сделать на пользу команде. Поэтому как бы к нему тоже претензий нету. Ну, такой вот он по характеру. Ну, а его перемещение, это ваша рекомендация или его уже как свободный художник? Он же появляется то на правом фланге, то... Это, скажем так, это мои рекомендации, а их решение. То есть не запрещено, это нормально, потому что это очень важно для того, чтобы защитники не привыкали к манере игры какого-то футболиста. И когда они постоянно меняются, защитникам, ну, скажем, не очень удобно. Поэтому они правильно это делают, и в принципе, я это поощряю.